Вы даже не думаете, когда мне задают вопрос, а почему нету машин? Машины есть. Просто нету тех, кто мне может помочь. Вот эта тема весьма интересная, да? То есть я же не могу машину одновременно вести, снимать и... Да, управлять. В смысле, я могу это сделать, но как-то вот пока той примочки нет. Но другой вариант возникает у меня. Как я могу снимать машину, если я не нахожусь в багажнике? То есть, по сути событий, чем я занимаюсь? Я полностью работаю на телевидении от и до. Вот. То есть, нету человека, который мне одновременно может помочь еще вести ту машину, на которую я буду снимать. Тема, да, интересная. А в других вариантах, что я сейчас делаю? По сути событий, я делаю все это для вас. Для человеков из города Магнитогорска и окрестностей. И по сути событий все это делаю бесплатно. Ну там с небольшими примочками, естественно, потому что кое-что нужно в этой жизни-то и делать. И когда мне задают вопрос, почему ты это делаешь бесплатно, потому что я люблю вас, я люблю жителей города Магнитогорска, потому что вы, это моя часть моей жизни. И очень хороший город, кстати. С некоторыми вопросами к детишкам, к нашим. Потому что как бы можно делать и работать для вас, но то, что вы делаете для меня, есть некоторый диссонанс. Диссонанс очень интересный, потому что я занимаюсь и подготавливаю машины. В некотором случае я их восстанавливаю, понимаете? И когда мои машины вы убиваете, у меня дивная проблемка. Так если вы убиваете мои машины, если вам не понравилось то место, где я живу, тут же вопрос-то интересный. Почему я живу так красиво? Потому что я знаю основной принцип, который мне дал Леонид Ильич Брежнев. Я экономлю, естественно. Не просто так позволяю, я экономлю. Да, господа мои, вы не понимаете, что ли, что для того, чтобы вам что-то еще надо продемонстрировать, необходимо на себе экономить. Я очень сильно на себе экономлю, да. Уж потом неторопливо я своими руками все это сделаю. И когда вы видите машины чужие, я бы не рекомендовал вообще туда лазить. Чужая машина – это чужое место. И даже если она стоит неприкаянная, поверьте мне, за ней регулярно смотрят. И вот вопрос к тем, кто меня смотрит. Вы хотите, чтобы я вам что-то показывал? Сделайте, пожалуйста, своим чадом или не чадом, или, ну, короче, объясните им, что к чужой машине не надо никому прикасаться. Однозначно.